Это пиздец. Это пиздец, ребят. Оно постоянно возле коинфлипа. Она реально вот просто, блядь... Но сегодня повезло, бывает. Ты же говорил, что без казика стримить будешь. Ну и где ты увидел казик? Я сладко ты рекламировал, нет? Ребят, кому-то не нравится, что я рекламирую, пиздуйте нахуй отсюда. Я серьезно говорю. Типа без негатива, без негатива, сорян. Или предоставьте мне рекламодателей, скажем так, других, которые вас устроят. И которых устроит то, что я говорю на своих стримах. Как бы не поддерживая войну, например. Такие, к сожалению, не придут. Вот, поэтому, ну, вы уж как бы там, я не знаю, определить, что вам важнее. То, что я говорю, или как бы не, я могу заткнуться и рекламировать все остальное нормально, но при этом не выражать свою позицию. Почему Винлайн ушли из-за политики, а у Лага, да, они остались, хотя он смотрит каждый видос Стас на стримах? Потому что они уходят не из-за политики, а из-за позиции, которую ты поддерживаешь. И если ты выступаешь против войны, соответственно, то понятное дело, что они с тобой работать не будут, потому что у них у самих может быть это, ну, скажем так, могут быть проблемы. Так что, фе, лага да против. Ой, ребят, давайте не будем эту тему начинать. Я знаю этих людей, которые против. Знаете, Стас тоже против, говорит. Типа, я против войны. Но мы же знаем, как это работает. Я против, но. Я против, запятая, но не но. Недостаточно сказать, что это просто против войны. Мы же знаем, как это работает. В данной ситуации это не так работает. А об этом нужно постоянно пиздеть. А, а им достаточно, если ты даже раз в неделю что-то говоришь, какое-то видео смотришь. Мы тогда смотрели интервью с Тиньковым, если я не ошибаюсь, у Дудя. И вот они после этого, короче, такие типа, во, -во братан, это жестко, давай-ка ты это, до свидания. Вот, то есть, ну, смотрел бы я Стаса, ай, как просто, у них бы не было вопросов, потому что там позиция, ну, вы знаете, какая. Завтра я что сделаю? Правильно. Подрублю. А, нет, завтра я не стримлю, кстати. Я завтра, кстати, не стримлю. Я не хочу загадывать, ребят, буду ли я стримить там в среду, в четверг. У меня сейчас проблема с хатой, которая до сих пор не решилась, и я не знаю, что будет вообще. Вот. Вторник, последний день, когда я живу в этой хате. Ну, по идее, типа, вот во вторник я уже меня тут быть не должно. Но квартиру мы еще не нашли. Даже близко, блядь. И что будет, я вообще хз. Ну, а, соответственно, потом переезд. Я, конечно, постараюсь это быстро сделать. По крайней мере, перевести сразу комп и прочее. Подключить, и... чтобы я мог подрубать. Вот, но... Это время занимает. Соответственно, я хз. А что выселяют? Ой, блядь, там... Там история пиздец. Там история, бля, вообще. Я уже ее рассказывал. На ютюбе есть видео. На канале Хэсу Стрим там... Если поищите, можете найти. Американские товарищи не могут тебя на время приютить Ребят, я, если шо, как бы себя приютить могу Это не проблема Снять а, номер в отеле Там, не знаю, апартаменты в, на AirBnB Только куда девать мне всю технику? Все вообще, что у меня тут есть Тут вещей пиздец Я же не поеду в отель с этим, я шо, блядь, там С компом приеду, с телевизором огромным своим Такой, ребята, здравствуйте Я, 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 блядь. Вот, так что, тут больше с этим проблема, так-то свалить куда-то я могу, Нет, это не проблема, снять какие-то апартаменты временно, пока я ищу квартиру, но вот то, что у меня есть все эти вещи, вот это вот уже вопрос, блядь. попроси Дизи, может у нее есть знакомый, кто сдаст тебе хату, ага, в Коннектикете, ну да, когда уже позовешь Алину на стрим, ребят, скоро, скоро, скоро. Вы, вы, главное, будьте готовы, а то вот так а, от шока еще помрете. Ну да. А то мало ли для вас-то в очередной раз будет неожиданностью, хотя бы вроде, блядь. Как, как что? Кого, блин? Казалось бы, все уже в курсе, все равно находятся люди, которые ЧТО, почему, типа, блядь? Пару месяцев назад, я помню, мне какая-то девка в ТГ писала три месяца назад. Постоянно что-то заебывала, короче, какими-то своими советами непонятными, что-то там это скидывала, какие-то там видосики, там игры, типа, вот игра, вот игра. Но видно было, она как бы проявляла внимание, что-то, видимо, хотела от меня. Потом я на стриме как-то сказал, что типа, я не помню дословно, но что-то в стиле, типа, знаете, вот, что Буба это, ну, не, то, не только моя кошка. Она это услышала и написала мне в ТГ, типа, а, не только твоя. Ну, понятно, удачи тебе. И она после этого вообще больше мне не писала. Я такой думаю, ебать. То есть, ну как бы, пиздец. То есть, я думаю, еб твою мать. Потом, как где-то в комментах я видел, что какая-то воман тоже написала, типа, блять. ну все, не буду больше хэс смотреть. По-моему, когда мы в казино стримили в это, где, а, где мы были, в Бостоне, во. Ну вот так вот, да. Я такой думаю, ну классно, блять. а типа, а да, этого, что тебе мешало, также, например, перестать меня смотреть. Просто я не совсем понимаю, на что надеются эти, как бы, девочки. Что у нас, типа, с ними, что ли, или с ней? Вот кто-то в комментариях написал, типа, что у меня с ней отношения, типа, какие-то будут или что? Типа, она смотрела меня с надеждой на то, что я с ней замучу. Или как? Причем они не понимают одного. Как бы, даже если бы они бы на это надеялись, то какая надежда здесь может быть? Я не про ту надежду. Я имею в виду, какая надежда здесь может быть? Я уехал, блядь, на другой континент. Даже при всем желании это невозможно. И не имеет значения, появился у меня кто-то или нет. Ведь я уехал. И это тогда тоже должно являться причиной для того, чтобы от меня отписаться. Потому что, ну все, меня больше нет рядом с вами. То есть на той территории, где живете вы. Ну, предположим, в России там или еще где-то. Я же ведь не собираюсь возвращаться. Так, соответственно, как можно думать о каких-то отношениях со мной, да, если как бы, ну, меня уже нет там. Вот, и неважно, появ появится у меня, появился кто-то или еще что-то. Это не имеет значения. Потому что что так, что так, не дает вам, ну, каких-то шансов. Как бы это грустно не звучало, я не знаю. Они хотят, чтобы ты их в Америку забрал. Ага, блядь, сейчас. Штаны подтяну, блядь, да заберу, билетики куплю. Ты же также говорил, что тебе стримерши становятся неинтересными, когда у них появляется парень. Есть небольшая, скажем так, разница. Мне в целом стримерши как таковые неинтересны. Уж простите, да, я не хочу никого обидеть. Я не сексист, я не сексист. Но я больше предпочитаю смотреть стримеров: то есть парней. И даже если брать контент и сравнивать, да. Ну, большая часть людей, которые смотрят меня, я не думаю, что они в основном сидят здесь из моей внешности или потому что хотят со мной отношений. Мне кажется, э, также здесь люди сидят и по другим причинам. Ну, возможно, потому что им нравится мой контент, подача. То, как я это делаю, уж извините. Да, говорю о себе, там, харизма или еще что-то. Они а просто потому, что они хотят что-то со мной замутить. Вот. Мир несправедлив. Я и сам этим огорчен. Я бы очень хотел, чтобы девочек на Твиче смотрели не только потому, что они милые и красивые, а потому что они еще там, ну, интересные, там могут делать какой-то крутой контент. Вот. И такие есть, хоть это и редкость. Например,. Блять. Дина, блин. Даже забыл ее никнейм. Я что-то давно, кстати, и стримов не видел, поэтому и забыл. Вот. Дина блин, да, которая там старается, шоу всякие делала, по крайней мере. Я не знаю, где она сейчас. Давно не заходил на ее стримы. Вот. Алина Рин, которая играет в игры. То есть, это вот пример тех стримерш, которых я бы смотрел и могу смотреть, даже если у них будет парень. Но. Во многих других вариантах, да, вот есть стримерши, ну и еще она, блядь. Ну она сама сидит, как бы, да, и, соответственно, берет только лишь своей внешностью. Она на это, как бы, и, э, скажем так, внимание своих зрителей акцентирует именно на этом. Вот и все. То есть, как бы сидит там пум-пум, блядь, в голове, нихуя, как бы, ну и чисто внешкой завлекает. Опять же, я не хочу никого обидеть. Сорян, типа. Ну, даже возьмем топ-стримеров. Вот в моем паблике Twitch News. Ежемесячно топ-стримеров, топ-15. И в этом топ-15 ни одной стримерши. Ну почему, блядь? Что они слишком интересные, именно поэтому в топ не попадают. Так что, ну, все-таки есть разница. Я смотрела. Тебя в 2014 году думал, что когда ты переедешь в США и получишь паспорт, ты заберешь меня с собой. Вот. Что еще я хотел добавить. А, ну и плюс, меня же смотрели еще. Причем девочки тоже. Большая часть. Э, когда я даже лицо не показывал. Если уж говорить про внешность. Но до шестнадцатого года у меня тоже была женская аудитория. И при этом они даже не видели, как я выгляжу, блядь. Но смотрели. Поэтому есть разница. <связать> Голос. Слушайте, ну я не думаю, что дело исключительно только в голосе. Голос это, блядь, что... У меня, блядь, вообще-то мужская аудитория была. Что они, сука, тоже на голос сидели, дрочили? Реально, мужики сидели такие, типа, вот это у него голос, нахуй. Ого, это хэтус, блядь. А сейчас тоже мужская аудитория есть. Все дрочат, исключительно, вот только дрочка, блядь, правит миром. Ну да. Ну и плюс, опять же, сори, как мне кажется, некоторые стримерши, они приходят стримить на Twitch не потому, что им нравится стримить, и они от этого кайфуют. Они приходят сюда как раз таки с надеждой на то, что какой-то богатенький мужичок зайдет, закинет им бабосик. А может быть даже им удастся здесь найти себе какого-то богатенького парня, которым опять же задонатит много денег. Ну вот и все. И ты как бы заходишь на их стримы, и ты буквально видишь, что вот ну, у них цель одна. Это, блядь, Деньги получить А не потому, что им реально нравится И они кайфуют от этой деятельности, так называемой Я-то, блядь, 10 лет стримлю А первые 4 года и вовсе ничего не зарабатывал на Твиче Поэтому, ну, не надо тут сравнивать Знаю, как минимум, двух таких, которые теперь не стримят Ну, конечно, сейчас же все, блядь Деньги-то не выплачивает Твич Зачем стримить? Алина завела Твич и описание сделал уже один кафалорив, когда подрубы. Ну, я думаю, скоро А на что ты жил? Ну как, жил? Выживал? Но жил как обычный человек. Еще в Новокузнецке. Ну как? Ну как обычно. Ну я с Ютуба зарабатывал. Какие-то копейки. Мне этого хватало, в принципе. Вот. Эм, ну да. Я же видео делал. А что насчет акулич? Я не знаю, я на ее стримы не захожу. Ну она харизматичная. Вот. Э. Внешность у нее тоже интересная. Что она там делает, я не знаю Я, ну, как бы уже давно не заходил Аляша. У Аляши, ну, язык подвешен Она умеет разговаривать Что для некоторых, скажем так, стример является проблемой То есть а, а, она знает, о чем поговорить У нее есть много, скажем так, тем, на которые она может разговаривать И делать это интересно Вообще, самая лучшая стримерша это я Это я Да, это я не, ребят, давайте вот, вот эти вот все вопросы, там, как познакомился, это все потом. Это мы оставим на десерт. Э, 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 знаете, за донат в полмиллиона долларов я расскажу все вам вообще. Вообще все расскажу, покажу. В том числе и свою жопу. Вот. А то, знаете, вот, вроде как бы и деньги нужны, а так неприятно рекламировать некоторые вещи. Вот я как бы сижу, я эту рекламу делаю, я вот чувствую, блядь, вот вину какую-то. Вот, вот это чувство вины внутри меня. Оно меня жрет изнутри. Вот понять вот совесть все-таки у меня есть. А выхода нет. А вот сидишь и как-то, блядь, вот прям как-то вот на душе, знаете, кошки скребут, как моя бабушка говорит. Ну да. Ага, ага, в смысле, а чего ага, ага? Вы сами видите прекрасно. Пока у других стримеров есть реклама Яндексов и прочего, почему у меня этого нет? Не потому что я отказываюсь от этой рекламы, уж извините, блядь. Я, б, я бы, согласился мне чё Но как-то вот так вот получается. Или Винлайн, которые недельку сидят, потом что-то передумывают. Как будто бы я это, блядь, выдумываю. Вы сами все видите, в чем проблема. Я не знаю почему, Тимакану, <laughs> Тималкану, Я не знаю почему Тимакану, <laughs> алкогу... Тимакану,